Здравствуйте. После относительно небольшого перерыва мы таки вернулись к Сириусам 2. И это новый эпизод в стилистике Древнего Китая. И нам тут же представляют новых врагов. Это некие ниндзя. Они действуют по сути как скелет из клира, то есть швыряются снарядами и норовят сблизиться, чтобы нанести удар. Также здесь вот мы можем обнаружить ящики, в которых иногда могут быть полезные ресурсы. Но в основном-то монетки. Тем не менее, сейчас будет следующая волна. Ничего сложного, просто следим за спаунами и... Так, стоп, я где-то застрял. И следим за приближением этих ребят. Да, ну почему эти ящики не сломались? Не то чтобы мне сейчас что-то нужно, просто хотел под шумок их разбить. Ради патронов, брони и вот этого всего. Так, вроде относительно тихо, но не совсем. Потому что прямо вот здесь за углом еще один зомби-ниндзя. И вот этот рычаг нам нужно дернуть, чтобы открыть ворота. И нам дают наконец-то двустволку. И появляются ребята побольше. Здоровяка добили, отлично. Так, можем сразу отправиться в эти ворота, но для начала я хочу пройти вот сюда наверх. Ой. Просто ради того, чтобы показать, что здесь тоже можно найти себе неприятности и немного ресурсов. Я не гонюсь за всеми убийствами в Сириус 2, потому что здесь нет конечной цели. Но, тем не менее. Красивая игра все-таки. Итак, мы берем Узи. И появляется еще один новый противник. Вот такие вот. Я не знаю. Маги, летающие, которые пускают вас самонаводящиеся снаряды, от которых достаточно просто увернуться, но за ними надо, тем не менее, следить. И когда их много, это довольно сложно. Благо, что эти ребята достаточно быстро отправляются обратно, откуда они пришли. Мне нравится этот бой тем, что здесь надо проявлять свою способность мыслить многозадачно. То есть у вас противники наверху, противники внизу. И надо как-то со всем этим справляться. И мы успешно с этим справились. Итак, в этой зоне два секрета.
принципе, на этом уровне всего два секрета, и все как раз таки находятся в этом дворе. Первый вот, довольно грустненький, вот такой вот кролик с лезвием в голове. Печальная картина. Второй секрет находится вон там, и он довольно сложный в получении. Сейчас покажу, что я имею в виду. Я только что подобрал 6 гранат. Как раз таки гранаты нам и нужны, чтобы его получить. Вот эта бочка на балконе. Ее нужно взорвать. Нужно закинуть гранату. Топ. Не понял. Вот о чем я говорил. Очень сложно закинуть гранату правильно, чтобы она взорвала именно эту бочку. И у меня осталось 3 попытки всего. Да что такое? Отлично. И наша награда, бесполезная в нашем прохождении, это серьезная бомба, которую я не использую. И мы можем пройти в следующий двор. Здесь также ниндзя-зомби. Появляются турельки еще старые знакомые. Ракетные, вот эти вот. Так, и обойдем, наверное, здесь. Чтобы подойти поближе к вот этому здоровяку. Аптечку. Спасибо. Итак, опять же, прежде чем мы пройдем дальше, я хочу залезть на эту стену. Здесь будет то же самое. Вот зомби. Опять же, это абсолютно не обязательно место для посещения. Да и повторюсь, здесь нет конечной цели по убийствам, поэтому я особо и не парюсь. Однако мне хочется иметь чуть побольше гранат для конца этого уровня. Можем продвигаться дальше. В этих светильниках, кстати, монетки. Нас тут встречают пауки. Опять же, старые знакомые. Еще один здоровяк. И еще один новый противник. Относительно. И вот эти вот клоуны. Они функционируют как камикадзе. Ну, знаете, те, которые безголовые орут. Только эти клоуны. И более прочные. Поэтому я здесь хотел уметь побольше гранат. Потому что еще вон тут танк на заднем фоне. Еще и паучки в какой-то момент приходят. Уже пора брать аптечку, где-то здесь она была. Потому что я почему-то получаю слишком много урона. Я здесь абсолютно нет никакой причины для этого. В принципе, все.
И я забыл кое-что показать. У нас все секреты. Но он нас обратно не пустит. В общем, тот домик, где мы взяли броню и где нам девочка дала аптечку, там за тем домиком есть дополнительная жизнь. Она не секретная, но если нужно, можно ее забрать там. О, это первый раз, когда я не вписался в установленное время для уровня. Что ж, бывает. Наверное, это потому, что я посещал эти стены необязательные. Опять же, мне нравится визуальный стиль этого эпизода. Я ничего не имею против клоунов вместо камикадзе. Они забавные. Камикадзе, конечно, милее сердцу, но в конце концов, какая разница, кого убивать? Если дело касается видеоигры, конечно же. Ну и да, они забавные. Я ничего не имею против них. Да? Я не знаю, что сказать. Было приятно вернуться к Сириусам 2. Как-никак. Но тем не менее, спасибо за просмотр и всего доброго.